Всем привет, ребят. Ну что, закончил я с роллингами, решил записать вам видосик на утро по китайке, кто играет на китайке, по архидемону и для других, чтобы видели, есть у нас сегодня архидемон с отражалкой, скорее всего еще там урон по зоне. В общем, сейчас соберем состав, который я вам показывал, что сюда надо, сейчас расскажу, покажу. Самая основная проблема, скажем так, здесь надо его полностью обездвижить. То есть у кого есть лазуля, это очень большой плюс. С лазулей реально все намного проще. То есть вот такой вот лазуликс. В принципе, отхила тут нафиг не надо, потому что у вас и так зафигачат, можно ставить пойнтбокс. Если герой, точнее демон включится, любая ваша прокачка до одного места, вы сольетесь. Так, ставим рунки бравлера, вот так вот. Первый готов, то есть это наш первый герой. Дальше тыковка. Тыковку тоже, то есть я тут рунами даже могу... Так, тут сколько, сейчас посмотрим, что по силе, что дает. 4600, значит зеленые поставим, потому что у меня тут не особо много этих рун, я еще ими не заморачивался здесь. Так, второй герой собран, чикабум обязательно берем, то есть уже два героя у нас есть. Попробуем сегодня таким составом, посмотрим, как зайдет. Дальше у нас будет Бигфут. Показываю вам такой вот Бигфут, только мы опять же тут поставим красное, зеленое уровень. Показывал я уже, что они сочетаются очень неплохо. На Бигфута мы поставим, кто там у нас атакующего плана, Джелли. Так, есть. Пригерваю. Дальше. Рогатка. Четыре. Так, кого я еще в прошлый раз брал? Сейчас надо вспомнить. Укротителя пробовал и... Огника, по-моему, тоже брал. Да, давайте Огника возьмем. Так, на Огника все-таки, наверное, поставлю Римку. Пусть будет, он сразу включится, потом всех остальных подключим. А, и Арктику. То есть такой вот у нас составчик будет. Так. Вот так делаем. Смертушка и Арктика у нас тоже тут участвует. Так. Все, вот такой вот вариант. Сейчас я перепроверю. Так, отлично. Ну, вроде как бы все, поехали, тестовый первый заходик. Надеюсь, все как всегда получится. Вот так вот, два. Ну, еще топы, наверное, либо не проснулись, либо не били. Вот у меня уже даже этот состав стоит с прошлого архи. То есть такой вот у меня составчик. В принципе, для многих может и не секрет. Видите, у меня смотрителя нет. Ну, в принципе, мне он не особо тут нужен. Можно было бы, конечно, кого-то убрать, поставить... Ну, опасно, потому что может сорваться. Но можно, конечно, укротителя отсюда убрать. Я пробовал такой вариант. Давайте изначально Бигфута поставим. Или пусть будет с укротом. Вернем сейчас укротителя. Без Бигфута попробуем. Я таким составом бегал. В принципе, вроде заходил, а может Бигфут нам нафиг не нужен. Так, то же самое выбираем. Ставим зеленую. Так, есть. Разобрались, что там у нас на биге было. Ну, ставим вот так. Отхил нам тут не нужен. Так, хорошо, поехали. Потестим первый заходик. Не зайдет, возьмем. В том случае уже. Ой, ну, конечно, огник тут. Думаю, вы знаете, зачем нужен. Так, ну смотрим.
Зайдет, не зайдет. Самое главное, чтобы он не включился, потому что если он включится, то все. Как видите, вроде пошло. Опять же, надо кулдаун, то есть укротителя. Вместо укротителя можно поставить Бигфута, попробовать. У кого есть Лазуликс, Артика, нужна Ремка тоже, и в принципе не особо. А, кстати, надо посмотреть по Арктике, мы там, по-моему, на ней ничего не поменяли. Взглянем. То есть тот же самый Архи, если он один раз включается, все. Ну, вроде пока идем нормально. 4 должны набить, надеюсь. А может и нет. 3, может, набьем. В любом случае, пока выйдем в топ, там дальше будет видно. С такого состава можно попробовать отсюда, в принципе, убрать. Есть Лазуля. Но Лазуля надо, чтобы он заряжен был. В это время, как бы, вся проблема в том, что он может быть не заряжен, он у вас заряжается, как видите, не всегда. Когда он бьет, он сразу же, вот видите, когда работает скилл, он там заряжается на один удар, по сути. То есть это немножко опасно. Поэтому убирать Овника тоже не особо хочется. И, по-моему, включится сейчас, нет? Нет, вроде нормально. Я просто не знаю, тут, возможно, у него есть иммунитет по сбросу, хотя, я думаю, вряд ли. Ну, 3, где-то 3,5, может, набьем. То есть питомцам на отхил сюда вам в любом случае не надо. Самое главное, его полностью обездвижить. Я бы тут, конечно, потестил немножко другие рунки. Но у меня нету их. Ну, я и не особо заморачивался. Можно было бы, в принципе, собрать с рынка. Максимум тоже набивать. Вот сейчас вот может включиться. Не успели, успели. Да, вот видите, все включился. Ну, 9 секунд осталось. В общем, у нас получилось 3-3 практически. То есть такой вот состав. Самые ближайшие тут 2 набили, да? Я не знаю, тут китайских топов, кто тут у них по их никам, кто хотя бы там топовый, но так плюс-минус, то есть 3 составом. Так, такой вот вариант. Давайте еще, может, другой какой-то вариант поищем. Кимку смысла нету. Арктику выбирать тоже нет. Вместо укротителя поставить кого-то, но укротитель дает нормальное увеличение в дамаг, тоже смысла нет. Тыковка, в принципе, и так нормально. Давайте еще по Арктике посмотрим, что там у меня на Арктике было. А, все, все нормально. В общем, так вот, давайте второй заходик пробуем. Может получится чуть-чуть больше продержаться и набить еще немножко больше. В принципе, рогатки быстрый набор, Арктика тоже сейчас включится. То есть, по сути, тут ремки или с ремок, ну, как бы ремка обязательно, наверное, только Лазуля. Потому что, ну, с ремочкой он реально... включается сразу и меньше проблем. Ну, можно ремку, в принципе, вместо ремки попробовать ту же самую водушку, как вариант. Либо вообще попробовать поставить ему талант этот. Ну, это надо чисто отдельного... Лазулю качать ради этого.
Думаю, смысла нету заморачиваться. В любом случае, Лазуля тут один из топовых героев, который реально спасает. Можно попробовать с Бигом. Но с Бигом чаще срывались, чем с Лазулей. В общем, самое главное его полностью обездвижить. Медузу можно сюда брать. Тоже очень будет помогать. Варианты, в общем, есть. Все зависит от того, какими ресурсами вы больше там располагаете. Это панчбокс немножко не туда бьет. Где-то, как видите, приблизительно все тоже получается. Надо все-таки качать. Точнее, 8 руны нужны. Ну, хотя урон, как видите, 500-ки проскакивает. В любом случае, это против на таком архе, такими героями, ну, я не знаю, очень сложно там набить много, потому что тут нету особо много дамагеров. Как бы приспешники есть, но если бы было бы тут Фрейя, Стрелок и прочее, то возможно было бы где-то на один архи, а то и на два больше. Так, вся основная задача ваша — это его полностью обездвижить. По рункам Бравлера руны не дают самый большой урон, но у меня их нет. Я бы их поставил, а так, в принципе, и так нормально, скажем так. Для бездоната собрать хотя бы и то руны и талант. В любом случае он больше набьет. Так, ну что, сорвется, не сорвется. А, набьет больше. Да, видите, опять то же самое, 10-я секунда. Ну вот как-то так, даже меньше набили. Чё, тут же самый урон? Короче, вот так вот, ребят, надо что-то поменять будет в следующий раз. Завтра уже попробуем. Все, как видите, ничего сложного. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Все, как всегда, всем удачи, всем пока.